Хей, hey, йога, с вами Шумки, и мы продолжаем пройти игру под названием Outlast дополнение. Мы в ящике, потому что нам страшно. То что где-то мужик с пилой ходит около нас. Пойдем, он где-то здесь должен быть, и он скоро, мне кажется, вот это распилит проход. Мы отключим газ, и нам придется бежать туда. Очень быстро. А, тут нету прохода. Она тут запчасти. Чисто сейчас будем думать, куда бежать. А, да я пациент, ребят, все-таки. Так, тут можно спрятаться. О, тут можно батарейку найти. До свидания. Хотя ладно. Серьезно? А знаете, он херячит. Интересно, кровать подсвечивается? Куда бежать? Тут теперь света нету, приятель. Херня в том, что здесь темно, и я не понимаю, куда мне идти. Да мне идти хотя бы, блядь. Идет он слева. Фиг поймешь, откуда он. Я просто не пойму, куда мне идти. Алло. Мне идти, бля. Да, сюда заходи.
Нужно понять, откуда он будет. Лево, право. Фух, ладно. Пронесло. Так, обратно так же. Готово. Доберитесь до радио в тюрьме. Радио там же? Где вообще радио? В тюрьме. Блин, надо было его как-то сюда загнать. Ладно, нормально. Фу! Так, не забываем, что это обычная тряпка, которая разрезается. Обычная тряпка, которая разрезается. Извини, челик, не успел тебя спасти. О. Охранение уровня. Другая локация началась. Так, 5 батареек есть еще запасных. Вот эти маленькие проходы такие плохие. Класс. Насколько хорошо видно, что... Что даже камера не поможет. А потом будешь бегать и думать, куда бежать. Надеюсь, я правильно иду. Подожди, а это тогда что за проход? Что? А что произошло?
По идее, должно было быть страшно, но я ни хера не увидел. Поэтому я и говорил, что здесь слишком туманно. Классный звук. Понимаете, чем этот уровень прикольный? То, что я не понимаю, куда мне идти. Я просто куда-то иду. Типа жуткая песня. О, баскетболист я заснял. Так, заметки. В этом суть игры. Он играет в одиночку и проигрывает. В этом и заключается вся игра. Есть математические доказательства, если сложить 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. До бесконечности. В итоге получится ответ. Если не не отступить перед бесконечностью, то получится невероятно огромное число. Если продолжать считать до, то достигнете минус 1 тире деленное на 12. Повторите отрицательное 0,0. Я теряю контроль над вещами. Я думаю о 400 милях переезда сюда на арендованной грузовике. Наконец-то появилась работа, которая позволит заплатить по счетам. Расплатиться с долгами, выплатить страховку. Мальчики спят на заднем сиденье. Играет ДМ-радио. Госпел. Западная кантри. Параноидальная вечерняя болтовня по радио. Мы пели песни и смеялись над консерцирацией инопланетян и призраков, пролетающих в свете фар номер на миллионных столбах. Не хочу здесь умирать. Вообще ни хера здесь не вижу. Просто используем. И что мы видим? Мы ни хера не видим. А, я думал, сюда тоже вышло. О, здесь должна быть тоже эта батарейка, тут ее нету. Лучше так идти. Если держаться левой стороны, мы куда-то дойдем. Либо какой-то из одних сторон мы удержимся, и все. Я просто на самом деле не шарю, куда мне идти. Просто туман.
Туманная долина. Туманная долина, туманная луга. Я иду, пойми, не пойми куда. Как дела? Спасибо, что пугаешь меня. Так, ну пойди мне сюда. Блин, там туманно, ладно, не хочу туда прыгать. В смысле? Забейся. ГГ. Давайте как раз посмотрим. У меня пол половинки. Сохранить выйти, сохранить выйти. Я застрял, я не могу туда выйти. Продолжить. И да, у меня цельная. Так, подожди, тебя ж уже. Баскетболист. Так, это значит, сейчас снова этот будет на меня прыгать. Я уже был готов к этому. Давайте еще раз попробуем. Ну, блин, мне кажется, сюда как-то можно пройти. Камон, серьезно? Вот как я только что залез. О! У меня такое чувство, что если я сейчас сюда упаду. О, сумел. Хотя нет, сюда можно и было выпасть. Даже так. А, мне сюда нужно было как раз падать. Упадешь? Ох, не хочу идти по воде. А, еще и боссой. Прикольно. Чё так светло? Чем подвох? Челик на турниках позанимался. Что ж, без головы остался. Меня только назад есть, если что, убегать. Хотя, если убьют, я с контролки начну.
пойми, что вообще здесь происходит. Было бы классно. Почему у него сердце стучит? А, я понял. Это два брата. И они готовы нападать. Ну чё, ребята, готовы бежать? Побежали. Они за мной не побежали? Выду. Спросил я, добрые ли они. Получил ответ сразу. Ответ убил. Пошел нахуй. Ладно. Мы с вами же знаем, что они нам только дают этот фору. Я не зануда. Дай, пожалуйста, пройти. А, все, ребят. Я надеюсь, они ж не за мной идут, а за вами. Ах, так, если посмотреть, там был только один баскетболист. Так, там записки, значит, туда попасть можно. Документики, документики. Документики. Заблуждение в лечебнице Валеридер. Курт, у нас есть еще один, и я не уверен, сможете ли вы определить это как расстройство, вызванное стрессом от соседства с душевнобольными? Охранник сверху из административного блока, наш последний работник, не являющийся пациентом, начал видеть сказки Верники. Он никогда не имел прямого контакта с двигателем морфогенического концентрирования, даже никогда не спускался ниже первого уровня здания. Это было бы большим нарушением протокола, если бы врачи говорили о программе Валеридер, присутствии работников службы безопасности. Маловероятно, что он мог придумать такую темную мифологическую историю сам. Это очень похоже на случай доктора Самула или любого другого до него. Формально здоровый из медицинского персонала, попавший под влиянием своих безумных больных. Это одно. Но совсем другое, если это убеждение создается, например, из воздуха. Нужно поговорить с ним лично. Биллингс. На самом деле, я подумал, что это этот... наш ветеран. Который... ветеран. Ненавижу. Слишком туманное место. Как будто Silent Hill играю. Хотя я в Silent Hill ни разу не играл. Please,
Они типа за мной все-таки, да, пошли? Давайте типа наверх сейчас залезу, потом пойду туда. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Там призрак летает. Ох, прикольно ребятам. Да, что я пошел сюда, что я пошел туда. Но знаете, вот в чем, скорее всего, прикольность немного высшего уровня, да? То есть мы играем на нормальном, а на высшем уровне, скорее, там не показывается дверь, которая открывает. Типа, я говорю, блин, вот... медленные тени. Когда тени работают? Туман, то есть. Нету тумана, есть туман. Ладно, пошлите, пошлите. Время прятаться. Кровь какая-то пластиковая. Как томатный сок. Фу, мы дошли до радио наконец-то. Плохое предчувствие. Походу сейчас свинку будут искать. Тварина, он меня спалил. Нормально, нормально, нормально. Это вторая, да, встреча у нас с ним? С здоровяком. Another poor soul.
Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Отец? Это ж как раз тогда, это ж больница, когда... Или нет? Заметки. Вниз, вниз, вниз. Место... Так, место выглядит как психиатрическая больница, как-то похоже на священника. Рисует инструкцию на стене, рассуждает о Боге, говорит мне не бояться. Как же я могу быть частью этого бесчеловеческого движения, алчностью, нравственностью геноцида? Монстры мерков, пытающиеся... Так, пытающие умы. Как далеко пойдут их... черви-юристы, чтобы защитить интересы компании. Их же собственные работники были выпотрошены. Я никогда раньше не молился, Лиза. Если какой-то там эгоистический бог-интерверт слышит меня, пусть убьет Джерби Блэр до того, как я умру. Здравый смысл и жадность. Не существует боли, которую он не заслужил. Здесь нет радио. Нет надежды связаться с миром, только побег. Так, если вы мне говорите, что только сюда, значит я посмотрю, что здесь. Ладно, тут ничего нету. Ну что, я думаю, в принципе, это... Конец? Или мне придется бежать куда-то? Ясненько. Ребятки немного злые. Документы. Выкинутая прибыль. Рик, было замечательно съездить на природу на прошлой неделе. Нужно выбираться почаще. Я присматриваю некоторые старые записи тестов с дней начала проекта Вальдер. И кое-что привлекло мое внимание. Ты наблюдал за проектом в 2010 году? Судя по всему, у нас было несколько случаев с женщинами, работающими в компании, которые испытали психологическую беременность. Это что-то связано с тем, кто двигали морганфетческую концентрацию взаимодействия с иммунной системой. Не совсем мне понятно, я права? Эти случаи часто имели смертельный исход, и они были работницами, а не пациентами. Так что это было трудно просто подмести под ковер. Но у них не отмечалась активность морфогенического двигателя. Эти женщины никогда не были подвержены дополнительной гормональной терапии. Хотя я понимаю, хотя я понятия не имею о ППМ. Но я имею... Так, я умею читать. А если прибыль проекта Вальвидер, по крайней мере, вдвое ниже, чем они говорят, то у меня возникает только один вопрос. Почему мы не ставим эксперименты с женщинами? Всем известно, что психические заболевания – это равное горе для всех. Это будет неэтично упустить такую возможность. Искренне ваша Р. Ер. То есть она предлагает сама использовать женщин для экспериментов. Так, и здесь мы тоже с вами были. И тут мы с вами тоже были. Так, можно мне сохранение? Я закончу на этом. Ладно. Thank you.
А, тут окно открыто. А, я думаю, чё он за мной не бежит? Хм, теперь ясно. Ну ладно, ребят, давайте тогда, думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.